Значит, что касается того, что был поднят вопрос об этом законе и был подготовлен соответствующий и так далее, мне это искренне и глубоко возмущает, потому что кроме оскорблений чувств верующих, есть еще чувства людей с научным мировоззрением, например, вот я. И меня это оскорбляет, когда мне каждый раз начинают грозить какие-то эти хоругвеносцы или еще кто-то, и превращается православная вера в какую-то политическую игру. Поэтому я очень к этому был настроен плохо. Но если как бы наш или парламент, или, может быть, это в администрации президента, наконец решили, что лучше сделать мирно, решить этот вопрос, то я это очень приветствую. Хотел бы, чтобы, скажем, с законом про иностранных агентов делали то же самое. Потому что это также оскорбительно для тех людей, которые попадают в сферу его действия. Например, предположим, что в администрации захотели закрыть это самое общество «Голос». Ну, я не знаю, не понравилось лицо там этого Любарева или Кынева, я не знаю. Но они же наносят удар по мемориалу. Есть еще куча других организаций. Как же так можно? Просто это, я бы сказал, нанесение удара по престижу России.